Висящие книги, воздушные перья и картины из стекла и нефти. Такой инсталляции Беларуси и Испании впервые представит совместный арт-проект. Экспозиция белорусской Елены Толобовой и испанки Аиксы Портера займет 5 залов Центра современного искусства. Экспонаты разместятся на полу, стенах и потолке. Идея творческой коллаборации в обмене культурным опытом между странами. Накануне в Минск прибыла испанская оформительница для монтажа и распаковки своих работ. Большая часть работы, вообще экспозиции, вот выставки, это все привезено. Все работы, как бы, вот они привезены в данный момент. Вот сегодня у нас будет официальное открытие ящиков с работами Аиксы Портера, например. Но мне нравится очень подход Аиксы. Она воспринимает любую сложность, вот, например, в пространстве или в материалах, как творческий вызов. Я интересуюсь философией, Платоном и Хайдеггером. С помощью этой науки покажу истоки вдохновения через трансформацию корней дерева в перья. Для меня важно разбудить в человеке эмоцию. Кроме представления арт-объектов, на открытии 10 сентября выступят и гости театр испанского фламенко и джаз-бенд с острова Тенерифе.